Мы также постоянно и упорно ругаем нашу отечественную автомобильную промышленность. Я, допустим, ругаю ГАЗ. Вы знаете почему? Потому что конкурентная борьба ведется неконкурентными способами. Нас давят с помощью обожаемого правительства господина Касьянова и юже с ними, упорно заставляя ездить на неконкурентоспособных автомобилях. И вот в этом-то, можно сказать, конструкторам General Motors удалось главное. Скажите, пожалуйста, где вы видели джип стоимостью 10 тысяч долларов? Это нонсенс. Более или менее приличный внедорожник начинает плясать от 30 тысяч долларов. А здесь цена в 3 раза ниже. И поэтому-то у Нивы будет спрос. Да он, в принципе, сейчас есть. Сложилась определенная генерация людей, которым надоело ездить на машинах, дизайн которых устарел. Я имею в виду 99-е, даже 10-е модели. Ведь если сравнивать десятку, то по дизайну она находится где-то в районе начала 80-х годов прошлого столетия. А это, господа, уже старовато. Можно, конечно, наворачивать, делать тюнинг, придумывать обвеску, но суть-то не меняется. Суть остается. Здесь же суть изменилась полностью. Машина стала красивой, эстетичной и, что самое главное, современной. Я бы не сказал, что по своим дизайнерским формам она отошла, ну, очень далеко от современных джипов. Нет, абсолютно нет. Она идет в ногу со временем. И если вот это динамичное стремление вперед останется, то в ближайшем будущем и эта машина наверняка тоже претерпит рестайлинг, становясь более красивой, более комфортной. Комфортной она стала, в принципе, и сейчас. Полностью измененная внутренняя консоль. Настоящая Европа, а может быть даже более любимая моему сердцу Америка. Салон тоже стал больше. Вот сегодня и сейчас сзади у нас едут два человека. Не маленькой комплекции, скажем честно. Чувствуют себя достаточно комфортно. И как у самого хорошего образца отечественного автопрома, на шее Нивы появился, как раньше говорится, дефект.